Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорев, это канал «Футбол, это жизнь». Итак, мы продолжаем нашу рубрику «Форд FIFA», мы продолжаем наш легендарный сезон. У нас все игроки уже в составе, только легенды, но так до сих пор у нас и нету прайм-иконы. Итак, я предлагаю внести небольшие поправки в наши правила, так как у нас очень получаются большие открытия, но в них практически ничего нам не падает, к сожалению. Поэтому я предлагаю наши все открытия поделить пополам и... Половину мы открываем золотых игроков, ну а половину специальных карточек, как мы это делали за убийство. Но теперь мы за убийство будем, так как они у нас очень редкие, и иногда у нас только случается за убийство, мы будем брать любого одного футболиста, это у нас икону, и давать ей прайм карточку. То есть, если я буквально вот за эти выпуски 6 раз кого-то убью, то... Получается, могу брать. Да, или давайте все-таки карточку выше. Будем их апать от этого. Все. Не будем мы их брать сразу. Так будет как-то и нечестно. Но вот будем тогда пробовать их в спешл карточках тащить. Ну что же. Ну и в самом начале у нас первое открытие. Это 5 игроков. Давайте откроем 3 золотых игрока и 2 специальных. Нет, нет. Нам выпала его максимальная карточка. У него нету, к сожалению, прайма. Поэтому я даже не знаю, брать его или нет. Наверное, все-таки мы его даже и брать не будем. Ну а теперь берем и открываем 2 специальных игрока. Нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, вот так вот выглядит пока что наша команда. 100 химия, естественно, и 91 сыгранность. Так, даже если Берком мы сейчас поставим на ЦПшника вот так вот. Ну что же. Есть много у нас здесь игроков, у которых есть прайм карточки, и нам нужно теперь добиваться убийства. У нас, например, вот если мы сделаем убийство, я могу взять, например, Марадону и апнуть его до следующей карточки. Это как раз у него и прайм. Также Гигза могу, но потом у нас они просто могут закончиться. Такие игроки, у которых уже следующая карточка прайм. Но переходим к первой игре Fortnite. Итак, занял я 59 место, пережил 41 соперника, ну и получается мы открываем по 21 золотой игрок и 20 специальных. Ну что же, 21 золотой и 20 специальных. Начнем, вдруг нам уже сразу начнут падать прайм иконы. Первый игрок. Нет, 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 нет. Последний золотой игрок. Нет. Ну что ж, друзья, теперь у нас 20 специальных игроков. Будем надеяться именно на прайм икону. Но если нам выпадет даже обычная, мы будем пробовать, если одинаковые нам у нас уже есть, они в составе, будем их апать от этих карточек. Итак, первый специальный игрок. Нет, 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 нет. Ну вот, друзья, про что я и говорил. Райан Гиггс. У нас есть его 92-я карточка. И раз мы получаем его еще одну карточку, а это следующая, это первый наш, кстати, прайм. Так что его мы, естественно, берем. Нет, 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 нет. А это, друзья, естественно, да. Нам выпадает Эйсебио, его сразу же прайм карточка. Конечно, да. Нет, 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 нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, вот так вот преобразилась наша команда. Сразу в нападении 2 прайм карточки. У нас осталось, друзья, буквально 4 прайм иконы. И мы закончим уже этот легендарный сезон. Ну а пока что переходим ко второй игре Fortnite. Ну что ж, друзья, 93 соперника я пережил, за это я получаю 47 игроков, из них мы получаем 24, это золотых игрока, и 23 специальных. Но из-за того, что я еще занял топ-10, мы за это получаем 25 игроков, 12 специальных и 13 золотых. Начнем, пожалуй, с золотых, так как их побольше. Нет. А вот это да, друзья, это Роберто Карлос, у нас там стоит Петит. Но Карлос это, естественно, да. Итак, друзья, нам выпадает Эммануэль Петит. Мы только что его заменили Робертом Карлосом. И у нас есть его 90-я карточка. Нам выпадает его 88-я. Поэтому мы возьмем его 91-ю прайм. Нет, 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 нет. Друзья, нам выпадает снова икона. И это уже Дека. У него есть прайм икона, но это все-таки его пока что средняя версия. Ну, пока что мы, естественно, возьмем. Нет, 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 нет. Друзья, нам выпадает Карлес Пуйоль.
У нас уже была его 92-я карточка, мы ее поменяли на 86-ю, чтобы у нас был правый защитник. Ну, давайте мы, естественно, возьмем 93-го, вроде там химия не сильно порушится, если мы центрального защитника поставим на правого. Нет, 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 нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что ж, друзья, теперь у нас остается 35 специальных игроков. Нет, 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 нет. И, друзья, также я позабыл, что мы же сделали убийство. И это плюс еще 5 специальных игроков. Нет, нет. Друзья, ну сейчас просто Футхед стал троллить, когда у нас уже есть Prime Райана Гиггса, нет бы другую какую-нибудь дать икону. Нет, он будет давать тех, которые у нас уже есть. Теперь мы уже говорим Гиггсу нет. Нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Набираем 30 и выходит уже следующий 9-й выпуск. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол Это Жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Все мои